Ладно, тогда... Какой чудесный на улице день. Птицы поют, цветочки благоухают. В такие дни, такие шрифты, как вы, должны гореть в аду. Гореть в аду? Это должен быть ты, худший шрифт в мире. Я предупреждаю один раз. Отпустите моего брата. Отпустить Папайруса? Только после моей смерти. Боже мой! Ты его убил! Взять его! Я есть Грут! Отвлеки его, пока я зову подмогу! Но я ни хрена не умею! Я умею только водить! Мне все равно! Протарань его своей машиной! Я об этом очень пожалею! Зайдет вперед! Перестраиваемся в черепаху! Войны, продвигаемся! Полный вперед! Да что это за магия такая? Пощади, я к этому не причастен! Давай, чего же ты ждешь? Брат, спасайся! Ладно, парни, перестраиваемся из-за оружия. Есть, сэр! Это всего лишь небольшое неудобство. Это невозможно! Отступаем! Солдаты, оставайтесь на позициях! Ах, какие шрифты еще остались? Это я, великий Полден! Чего такой серьезный? Я ни о чем не жалею. Время шоу! О, мозги! Мозги! Я думаю, что пора проявить милосердие. Оу. Да пребудет со мной сила. Сила все равно сильнее. Я наконец-то перевернул машину. Этот ареал. Никогда не любил этот шрифт. Какого черта? Они все еще борются? Моя летняя машина! Что ж, все идешь прямо ко мне, к Ареалу. Ты хоть знаешь, насколько меня раздражает находиться в семье Санса вместе с тобой? Я съеживался от популярности, которую ты получил от людей без типографического вкуса. Менюшки. Бизнес-вывески. Предупреждающие знаки. Этикетки на товарах! Вино! Почему, Санс? Почему? Что не так с этими людьми? Что ж... Я думаю, что я... Санционный шрифт. Все, с меня хватит! Брат, ты должен знать, насколько ты плох в своих шутках!
зри, совершенный шрифт. Вот, забирай своего отвратительного брата. В любом случае, вы оба умрете. Ступай в ад. Давай, нападай. А я тебе говорил, Сан, что никто не любит твои шутки. И, конечно, великий Папарус пережил это. Ну что, Санс, есть последние слова? Так как ты чувствуешь отвращение к моему брату, вот моя специальная атака. Что, ничего не делать? Папарус, давай покажем ему нашу специальную атаку. Я ждал этого, брат! Теперь синий. Папарус! Санс! Слияние! Что случилось? Узри! О боже, этот шрифт слишком увлекает восприятие! Что ты за шрифт такой? Шрифт, который тебя слил. Спасибо, что посмотрели мою анимацию «Битву Санса». Теперь, как говорится, я надеюсь, вы понимаете, что эта анимация была прорисована до мозга костей. Ну и я завершил битву Санса. Так что это обсуждение закончено. Озвучено проектом HSP Wolf Soys. Спасибо за просмотр.